Всем привет, ребят. Ну что, я дособирал, как обычно, первым награды, и сейчас мы их откроем с этой новой акцией. Накопил я итемы на эти награды. Так, забираем 50 подарок лета. Вот так вот называется они, 100. Забираем скины. Сейчас мы их подоулучшаем. Не стал я дальше заморачиваться там над кулаками и над камнями агментации. Это потом заберу. Так, вот. Все, забрал я основные призы. Остались только у меня кулачки. И остались камни агментации 3 штуки. В принципе, я за 23 дня по-любому их соберу. Так, забираем плюшечки. Вот такие вот плюшки у нас в хрустальном сундуке. Новый талантик, 2 сетика ремки, 2 коробочки, 2 сумочки огнекрыла. Давайте сейчас пооткрываем и пойдем смотреть, какие у нас награды, что нам дают. Так, где? Так, вот наши новые мешки Лазаря. Вот так вот, третий сетик еще дали, 10 и 2. Отлично. Сейчас я его тоже открою. Так. Надо пооткрывать. А вдруг нам места не хватит? Так. Пятый сет железной воли. Где бы столько теперь красных кристаллов добыть? Надеюсь, завтра они их добавят на рынок. И 2 пятых сета ремки еще. Так, отлично. Отлично. С этим мы разобрались. Дальше. Что там у нас еще отсюда упало? Ну, вроде как бы все. Напишите в комментах, на ком потестить новый талантик. Я думаю, все-таки поставить его на Вольта и на Вольте первом. Возможно, на Афину тоже еще один сделаем. На Китайке. Но я хочу именно на Вольта поставить на основе плюс одну клетку. И интересно будет потестить по локациях. Так. Отлично. С этим мы разобрались. Смотрим, какие отсюда плюшки. Так. Самики у нас падают. Ну, КГшки самые интересные, наверное, самые КГшки и слизни. Давайте сейчас я почищу свои самоцветы. У меня тут накопилось немножко. Так, слизни 679 у нас, КГшек у нас нет. Все, в принципе, вроде как бы все, поехали. Попробуем что-то выролить интересное. Так, 200 коробочек. Вот видите предел, то, о чем я говорил. Сейчас что-то посливаем. Так, руны. А, у меня вот есть синие и зеленые герои. Я думаю, чего у меня места не хватает после роллинга. Подкопим немножко еще КГшек. Отлично. Почти. 3 миллиона уже. Так. Ну что, 200 подарков лета. Сейчас будем пробовать. Сколько, говорят, порезали. Сейчас проверим это все. Сколько чего нам упадет. Почему уже не сделать? Вот увеличили нам стаки, увеличить, открыть там по 100 хотя бы. Так. Ну, что-то как-то... Смотрю, очень все очень-очень печально по сравнению с первым разом.
Мне кажется, все-таки лучше забирать скины, чем эти подарки брать в первую очередь. Скины, кулаки, камни. В принципе, скинов у нас в этот раз меньше, и они там не все топовые, но в любом случае для бездоната надо забрать, постараться все. Так. Да, печальная награда, конечно. Все. Смотрим. Это, конечно, как-то было очень бедно. Я не знаю, Диджи, что-то вы... Три слизня. Три всего лишь слизня с 200 коробок. 800 кгшек. Не 800, чуть-чуть больше. 1310 кгшек, ребят. Целых 20 самоцветов. Ну, просто огонь награда. Так, тут еще значки почета. Я не знаю, сколько там. 4000 значков почета достали. Ну, что я могу сказать? Ну, браво. Вот так вот, ребят. Просто трэш полный. Давайте еще сейчас пооткрываем. Где там мой стрелок? Коробочки и все остальное, что мы получили. Ну, это просто смешно. Я не знаю. Я бы уже вообще акции такие не делал. Так, смертельный удар нам никому не нужен. Самоуничтожение. Бег пятый. Так, ну-ка давайте коробочки. Оп. Стойкость не нужна. Просвет тоже не нужен уже давно. Бастион. Да, тоже не надо есть. И берс. Вот такое вот. Так. Так. Идем еще скины сейчас улучшим. А то забуду. Так, Фрея не хватает нам немножко. Так, тут можно улучшить. Чуть-чуть силу подняли. Кто там у нас еще? Ведьма, по-моему. А, даже на Вальку. Вот так вот. И ведьма должна быть. Вот, отлично, девятка. Да, Минотавра, конечно, скинов не хватает. Девятка, восьмерка, девятка, семерка. Ну, восьмые, девятые скины в основном. А, есть еще пару, конечно, мелких. Рино, Ворожей. Ну и два последних скина еще надо будет прокачать. Да, ребят, вот, короче, вот так вот. Не знаю, что вам по этому поводу сказать. Вы уже напишите в комментах, что вы думаете про это. Ну, как по мне, это просто жесть. Целых 20 самоцветов. Ну, я не знаю. Возможно, это они быстро делали, спонтанно, но... Просто смешно. Я не знаю, как награда на других серверах будет за это все. Интересно было бы посмотреть трату с других серверов. Но однозначно, что радует за сегодняшний день оторвение пятое. Ну вот видите, у меня остались еще 154 мороженки. Мне остается там докопить только эти коктейли. И можно будет свободно прокачать это все. Ну, в общем, вот так вот. No comments, как говорится. Так. Еще подооткрываю ненужное. Вот у меня последняя, одна из последних карт стареньких наших специальных. Я когда-то ее получил как раз в день, когда их убрали. Так я ее оставил. В общем, не знаю. У меня, честно говоря, нет слов на это все. Акция, ну я не знаю. Ну, делаете вы акцию, то уже сделайте какую-то нормальную, чтобы было хоть как-то интересно людям это все копить. Понятно, это... Собирается все второстепенно, но скины однозначно плюс. Спору нет, это большой жирный плюс. Но, блин, эти самики, это все то уберите его, добавьте какие-то нормальные расходники, сделайте там больше, чтобы можно накопить как агментации, камни агментации, там кулаки. Ну, кулаки такое, камни агментации пусть ладно, тоже неплохо.
добавьте какие-то руны, допустим, сюда, чтобы можно было людям какие-то руны, там, допустим, четвертую, пятую ремку, чтобы человек мог копить целый месяц и собрать, допустим, сет пятой ремки. Думаю, это было бы намного, намного, скажем так, лучше, чем это все, что вы добавили. Ну, не знаю, вы пишите, ребята, в комментах по этому поводу, что думаете, но я, честно говоря, в шоке с этого всего, глядя на китайский сервер, где у меня второй аккаунт, конечно, на русском сервере с этим все очень плохо. Не знаю, что они нас так ущемляют, с чем это связано. Но это очень печально. Вот так вот. Вот такие вот пироги. Все, пишите комменты, ссылочка на Гникрыла, как обычно, в описании. Я побежал дальше рулить пирата и прочее. Очень много заявок. Всем удачи, всем пока.